Виктория, добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю летний салат. Салатик у меня будет без майонеза и готовится он буквально за 5 минут и получается очень вкусный. Пользуясь моментом, хочу поблагодарить всех, кто уже подписан на мой канал и кто собирается это сделать. 200 грамм сыра фета нарежем на небольшие кубики. Сыр фета я замариную. Немного его посолим, поперчим и добавим любимые специи. Я добавлю немножечко тмина, можно добавить розмарин и орегано. И все это взбрызну растительным маслом. Можно использовать оливковое. У меня смесь разных масел. Слегка перемешаем, перемешивайте осторожно, чтобы сыр фета не поломался, и отставим. Пока фета маринуется, займемся подготовкой других ингредиентов. Дольками нарезаем 2-3 средних помидора. Очищаю 3 маленькие луковички, можно взять одну большую и нарезаю на тонкие полукольца. Можно вот так вот немного разделать руками, чтобы было еще тоньше, и отправляю лук в помидоры. Частично очищаю один большой огурец, так, чтобы зелень немного просматривалась. И нарезаю огурец на средние полукольца. Нарежу напополам штучек 10 черных оливок, или как их еще называют, маслин. Немного петрушки. Можно нарезать еще немного моцареллы. У меня 125 грамм. Можно сделать и с фетой, и с моцареллой, как я, а можно сделать только с чем-то с одним, с фетой или с моцареллой. Кстати, фету можно заменить брынзой. Приготовим соус для салата. Для этого смешиваю 4 столовые ложки растительного масла, 1 столовой ложкой бальзамического уксуса, масло посолю и добавлю специи для салата. У меня здесь смесь всяких специй. Можно добавить тушеный чеснок, розмарин, перец. Делайте все по вкусу. Я люблю готовить соус отдельно. Таким образом, салат не будет размокать. И все хорошо перемешиваем. Соус готов. Теперь салатик хорошо перемешаем. Вот так аккуратно, снизу вверх. Сверху выложим сыр фета, который мы мариновали. И присыпем кедровыми орешками. Если у вас нет кедровых орешек, то можно также порубить грецкие орешки. Получится тоже очень вкусно. Вот такой веселенький салатик у нас получился. Я рекомендую всегда поливать салатик соусом перед подачей. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Не забудьте поставить лайк. Желаю вам всего доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.